Всем привет! С вами Маша Смолот, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я покажу, как я вырезала скульптуру маленького пингвина. Дерево я использовала липу, из инструментов я использовала резаки, бормашинку и наждачку. Потом я нанесла морилку и сверху покрыла лаком. Ну вот, пожалуй, и все. Приятного просмотра, всем пока!